Дорогой мой друг, если ты столкнулся с такой проблемой, что ты подключаешь свой iPhone или iPad к ПК или ноутбуку, неважно, и ты не можешь перенести данные, именно фото, ладно, но ты не можешь перетащить видео, которое тебе нужно. Якобы начинается какой-то перенос, но по итогу выбивает ошибку и ничего ты не можешь перенести. В данном видеоролике я расскажу, как исправить эту беду и сможешь перетаскивать все свои данные и делать с ними все то, что ты задумал. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, ничего сложного в принципе нет, здесь нужно снять ограничения, я бы даже сказал не ограничения, а просто выбрать нужные пункты в настройках вашего iPhone в разделе фото. Итак, берем наше устройство. Переходим в настройки, опускаемся ниже, ищем раздел фото. Выбираем вот здесь вот не оптимизация хранилища, а сохранение оригиналов. Опускаемся в самый низ. Перенос на Mac или ПК. Выбираем перенос оригиналов. Здесь галочку. Все. Это те заветные пункты, которые нам нужны были. Дальше вам нужно будет просто подключить к ПК или Mac устройству. И вы можете переносить все оригиналы. Вот так вот, друзья. В принципе, ничего сложного нет. Как сами видите, просто нужно некоторые пункты отметить и все. Многие скажут, владельцы Android устройств, да, это все фигня, там какая-то у нас закрытая система, сейчас она уже у нас более-менее открытая, но защита у нас на первом месте номер один, как бы это ни было. Возможно, где-то камера побеждает, где-то что-то еще, но у каждого есть свои привилегии, поэтому не будем на этом зацикливаться и пользоваться каждый своими любыми устройствами. А сами не забудьте подписаться на канал, прожать колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео, оставить лайк и оставить один позитивный комментарий. Скоро увидимся!